Виброформа для изготовления железобетонных колодезных колец состоит из обечайки – это круглый цилиндр из листового металла. Дополнительное усиление обечайки придают ребра жесткости. Сердечника – это внутренняя часть, представляющая собой цилиндр из листового металла, имеет форму конуса, благодаря чему облегчается распалубка готового кольца. Вибраторы ИВ-98Б монтируют на обечайку. С учетом диаметра виброформы устанавливается от 1 до 3 вибраторов. Обечайка устанавливается на пол на месте изготовления кольца. Перед началом загрузки бетонной смеси рабочие поверхности формы смазываются эмульсолом, минеральным маслом или водой. После установки обечайки в нее помещают арматурную сетку и сердечник. Бетонная смесь для кольца готовится в бетономешалке принудительного действия. Бетон подается между сердечником и обечайкой. По мере заполнения периодически уплотняется включением вибромоторов. Распалубку можно начинать сразу после финального уплотнения бетонной смеси, и производить ее можно двумя способами. Первый. После заполнения формы и уплотнения смеси достаем подъемником сердечник и затем обечайку. Второй. Сердечник и обечайка поднимаются подъемником одновременно. Готовые изделия будут набирать проектную прочность 28 дней.